Жители Шымкента жалуются на дефицит автогаза. Водители рассказывают, на заправке им приходится выезжать рано утром. Те, кто не успел, остаются без топлива. При этом продажу газа на тех станциях, где он еще есть, ограничивают. Один бак заправляют только на 1000 тенге. В 7 часов уже подъезжаю возле заправки, там уже машина много. Но до этого лимита не было. За сколько хотел, чтобы полный бак заливал. Но уже последние 4 дня, уже по 1000 тенге. Есть круг, один раз круг делаешь, они запомнят, они тебя уже больше не заливают. Ищи, ищи, после 11 не найдешь. Водители говорят, некоторые автозаправки начали пустить больше недели назад. А в последние несколько дней дефицит стал ощущаться особенно остро. По данным чиновников, всего в городе 224 газозаправочные станции. И только на 75 из них есть топливо. Причем в управлении энергетики уверяют, на них можно заправиться без каких-либо ограничений. Устанавливать лимиты незаконно, поэтому жителей попросили сообщать о подобных фактах в акимат. Тем не менее, дефицит здесь признают, а его причинами называют остановку на ремонт местного нефтеперерабатывающего завода и растущий спрос на топливо. Исправить ситуацию обещают в ближайшие дни за счет поставок из других регионов. Да, завтра уже 12 вагонов. Это как минимум поступит в город Шымкент. Уже реализует этот. Компании все оплатили свои счета. Уже завтра, с завтрашнего дня они уже реализуют. А уже послезавтра еще будет поступлять. И вообще этот дефицит не будет закончиться.